Да. А мы в Восточном Казахстане. Это Усть-Каменогорск. От Усть-Каменогорска 12 километров ГЭС, значит, Аблакетка, где строилась ГЭС. Да. И, значит, мы... А мы жили 100 километров, золотые прииски, ну, золото уже выкачали, нету, жилы, и переехать. А казаки налог задавили, мы вот сдадим молоко, они там сметану, да все, вроде на войну. А эти баи, заебаи, они вот и жрали это все, понимаете, вот это, сметану и сливки, а мы, а брат ели. Вот, а мама из брата эти лепешечки делала, и на крышу, и сушила, и вот мы насушили там мешка три, наверное. А потом, когда приехали... Она тоже с Семипалатинского. Вот-вот. И я, мы, значит, что? И удирать нам на Павел, войну закончилась, он связистом был там. И, значит, приехал. И что, он слышит, ГЭС строилась, и он нас туда перетянет. В Новосибирск? Да. Нет, на Аблакетку. А, на Аблакетку? На Аблакетку. Вот. Дали финский домик, мы на два хозяина, мы это жили, две комнатки, все это, и мы... А как нам оттуда? Я ночью, мы ехали 100 километров, ну, помаленьку там раз, проедешь сколько, заезжий дом. А на чем ехали-то? Я на корове ехала. Она седло попросила там у казака, дайте там. И, значит, я на корове. Вот проедем сколько, видимо, остановимся, заезжий двор же раньше. Раз, переночуешь там вот так, и дальше опять вот так, чтобы нас не догнали казаки. И так вот переехали. Ну, а там это и быка потом привезли, а там паром через речку, паром 11 километров, это Аблакетка сама. А строили эту Аблакетку, ГЭС строили, заключенные 10 тысяч. Мария устроилась там мотористкой или кем, работала, и вот что, в обед возьмет с собой, только поставит, а они стащут, ну, голодные. Зыки голодные. Они же голодные. Это рука мне короче, наверное. Плохо достаю. Это и раз, а это ой, никак. Вот так. А на спину ложусь, да плот, как лягу, коврик эту какую-то, это у умки, так я себе сделала такой коврик. Сейчас я покажу, как я делаю. Ой. Тетя Валь, пойдемте в зал на палас. Вот так вот. Ой, очень хорошее упражнение. Вот так надо руками делать. Да. Ну я еще эти. Для капилляров. Хорошо. Кузнецова. Да, на Кузнецова ложусь. На Кузнецова. Там иголки. Я на них. Ну я же, видишь, горбатая. Я не могу, у меня спина болит. Я хожу, вот, согнулась, как это. Нет, погибели. Кстати, в этот раз лучше. В три погибели, так стала зарядку делать. Так. В этот раз лучше, не совсем прям это. Ой. Летом не так было. Так, мастер-класс отбывали. Ага. И образ жизни. Начинали. Вот надо вот так сделать. А я мне руки не достают. Я если фартук одеваю, я... А там, может, крылья растут на спине? Мне вот не достать руки. Тут вот этот жир, надо его убирать. Так вот, надо делать заряд, ходить с палочками. Не то, что палочка вперед, палочка должна там быть. И шагать, спокойно шагать. И мы где-то 150, 1500 метров мы с ним проходим. Угу. По снегу идем этот переулок наш. Угу. Туда-обратно, вокруг дома тут. Угу. Далеко не хожу туда. Ой, там такой свежий воздух. Ага, воздух вообще. И светло у нас.